Не уложились в норматив по уборке последствий снегопада. Горожане обрушились на городские власти с критикой из-за того, что не на всех улицах оперативно убрали снежные заносы. Депутаты задали вопросы по содержанию города директору департамента городского хозяйства. После часового обсуждения ГОСТов по уборке, нехватки людей, техники и форс-мажорных обстоятельств, которые накладывают свой отпечаток на деятельность подрядных организаций, пришли к выводу, что денег на содержание города нужно выделять больше. Вывести весь снег? Тоже можно посчитать, сколько надо там кубометров вывести, чтобы город был чистый от снега, весь город вывести. Расчеты можно провести. В 2-3 раза будет больше, чем это несложно. Если надо, я сделаю расчеты, проблемы нету. Будет не 120, будет 360 или 400 или полмиллиарда, полбюджета. Вы скажете, вы что? Вы с ума сошли, скажете? 120 миллионов – это стоимость контракта с ДЭПом, который в течение полугода будет убирать улицы города. Если весной и летом достаточно убрать пыль с дорог и подмести тротуары, то зимой от осадков так быстро не получается избавиться. Снег с улиц ДЭП убирает круглосуточно. Днем работают 25-30 единиц техники, 80 рабочих. Ночью заступает дежурная смена. С 8 вечера до 5 утра в городе работает 8 машин. Оценка работ и расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно. По итогам месяца в рамках проверки качества работ со стороны департамента как минимум 2 раза в неделю проходит объезд территории специалистами с составлением карточек выполненных работ. Так, за 1,5 месяца сотрудники ДГХ составили всего 3 административных протокола за некачественное содержание автомобильных дорог в Сарове. Сергей Лобанов отметил, что с уборкой дорог первой очереди ДЭП справляется, но есть сложности с очисткой улиц второй, третьей очереди и въездов-выездов. Депутаты предложили использовать фонд чрезвычайных ситуаций для оперативной уборки последствий непогоды. В свою очередь, администрация тоже ищет возможные пути решения проблемы. Сейчас изучают опыт Дзержинска, где создали бюджетную учреждения по содержанию города. В минувшие выходные для уборки улиц дополнительно привлекли более 10 единиц техники из сторонних организаций. Справедливости ради надо сказать, что мы разговаривали с главой на эту тему. В городе в прошедшие выходные была задействована вся техника, которая в городе существует. Вся. Вся техника была задействована. Депутаты решили вернуться к рассмотрению вопроса по уборке и содержанию города в ближайшее время. Елена Грискова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.